Меня зовут Батода, я один из действующих роботов на планете Земля, и я передаю сообщение на этой волне каждую пятницу в 10 вечера в надежде найти выживших людей. После того, как они исчезли, мы только и делаем, что сражаемся на стальной арене. Люди создали для нас стальные тайлы поколений, из которых мы собираем разные арены. Эти же тайлы являются нашим снаряжением, поэтому мы также зовем их модулями. Роботы присоединяют их к своему центральному модулю, и начинается бой. В битвах мы используем 4 вида модулей. Красные — это оружие, которое может бить, стрелять и взрывать соперников. Так роботы наносят друг другу урон и отбирают модули в качестве трофеев. Синие — это защита, которая помогает избегать урона и потери модулей. Когда у робота остается меньше 6 модулей, активируется усиленный режим. Желтые позволяют роботам поворачиваться. Все их действия осуществляются в направлении, которое показывает стрелка. Зеленые необходимы для перемещения разными способами. Когда робот передвигается, он обычно не может пересекать преграды, но может толкнуть на них соперника и подорвать. В конце своей активации робот забирает тайл поколения, на котором остановился, и присоединяет к себе, а на место, откуда робот ушел, выкладывается новый тайл из запасной стопки. Основной центральный модуль робота тоже позволяет ему повернуться, переместиться или атаковать. Увы, модули недолговечны. Во время использования они перегреваются, поэтому нередко роботам приходится тратить свою активацию на охлаждение. Однако до своего исчезновения люди успели создать несколько модулей с автоохлаждением и скоростные модули, которые позволяют задействовать еще один модуль во время активации. Мы ничего не можем делать, кроме того, чтобы сражаться, но каждый бой имеет свои условия окончания. Один из роботов собрал 10 трофеев, один из роботов полностью разрушен, в запасной стопке не осталось тайлов. Мы прожили без людей много лет. Все, что мы смогли создать сами, это дополнительные режимы боев для стальной арены, для опытных бойцов и двое на двое. Но мы нуждаемся в новом оружии и модернизации роботов. А еще нам очень нравится свойство автоохлаждения. Если на планете Земля есть кто-то живой, и если кто-то из людей выжил, и если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, откликнитесь. Мы ищем вас.